российским солдатам и командирам, всем тем, кого это касается. Война вторглась в наш с вами мир, нежеланная и без всяких оснований. Тот мир без войны, в котором мы просто старались жить, мы превратили в мир, в котором умирают абсурдно, жестоко, безмысленно. Никто вам не угрожал, никто не хотел вам причинить вред, но вы вред причиняете. Когда-то мы слушали, как о войне рассказывают мужчины, а сегодня мы плачем над свидетельствами женщин, рассказывающих об ужасах, которые мы до недавнего времени не могли себе и представить. Вы оправдываете свое вторжение словами об освобождении. Но от чего вы хотели освободить Татьяну из Ирпиня, убитую в месте с двумя ее детьми русской гранатой, когда они просто бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора? Или Алину с Гастомеля, которую изнасиловал один из вас в машине. Она даже не закричала, потому что рядом не было никого, кто бы мог ей помочь. Она думала только об одном – как выжить. От чего вы освобождали старенькую Веру из маленькой деревушки, которая могла бы быть матерью солдата, схватившего ее за горло так, что она начала задыхаться, а потом изнасиловавшего ее? А когда Вера спросила его, позволил бы он такому случиться с его матерью, он заставил ее замолчать. Я женщина, мать, и когда я каждый день вижу все новые и новые ужасные свидетельства, я теряю слова. Я вижу лишь лица десятков женщин и детей, гражданских лиц, которые проходят через непереносимые страдания. Я вижу перед собой души людей, навсегда израненных страданиями. Каждая женщина, прожившая страдания, которые вы причинили, будет отныне одинока и понесет в себе знание, которым даже невозможно поделиться с другими. Она не в силах это знание передать. Сегодня слова кажутся женщинам недостаточными для того, чтобы описать ту боль, которую вы причинили им только потому, что... Почему, собственно? Никто из нас не знает ответа на этот вопрос. А вы его знаете. Каждая война – это насилие. Поэтому на пути к цивилизации человечество договорилось об определенных правилах, чтобы защитить тех, кто может стать жертвами войны. Но и офицерская честь, и воинская дисциплина, и правила ведения войны – все это вы утеряли. Вы предаете все это с каждой из прерванных вами гражданских жизней. Российские солдаты и командиры, и все, кого это касается, если вы еще чувствуете в себе хотя бы остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы только увеличиваете армию израненных душ и тел, женщин, детей, невинных людей. Причинять боль беззащитному – это проявление величайшей слабости.